Привет всем, кто зашел на мой канал. Каким чистящим средством я пользуюсь на кухне? Очень простым. Горчичный порошок и пищевая сода. Можно смешивать в разных пропорциях и горчицу, и соду. У меня так получается, что горчицы всегда больше, чем соды. Но от этого чистящее средство не становится хуже. С этим порошком я мою любую посуду, начиная от ложек и заканчивая кастрюлями, сковородками. Все прекрасно отмывается. Но чтобы не было запаха той же селедки, промываю эту посуду дважды. Хорошенечко споласкиваю, и запах полностью исчезает. Это уже проверено. Этим порошком я пользуюсь не только для мытья посуды. Чищу раковину. Протираю плитку, краны, также протираю все шкафчики, столешницы, холодильник. Прекрасно отмывается газовая плита. Ну, в принципе, как обычно, чистящее средство, только оно натуральное. Можно использовать, конечно, под такой порошок любую баночку из подчистящего средства, того же Пемолюкса, которые уже идут с дырочками. Покажу вам свою баночку, в которой у меня хранится этот порошочек горчица плюс пищевая сода. Обычная банка из-под кофе, стеклянная. На крышке я сделала отверстие с помощью сверла и дрели. Хотела сделать какой-нибудь декупаж на этой баночке, но пока еще в раздумьях. Как раз она по цвету мне подходит под мою плитку, под стол. На кухне этот порошок я использую в полном объеме. Не пользовалась ванной, не знаю, но для кухни это универсальное чистящее средство. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, палец вверх, а также не забывайте подписываться на мой канал, чтобы не пропустить мои новые видео. Пишите комментарии, а я с вами прощаюсь. Всего доброго. До новых встреч!